На мой взгляд, абсолютно несправедливо приписывать все заслуги в деле просвещения мужчин только одному так называемому МД или мужскому движению. Например, есть еще прекрасная, на мой взгляд, философия, название которой в русской транскрипции звучит как МИСП – «Мужчины, идущие своим путем». Причем это именно философия, а не набор популистских лозунгов, как в так называемом МД-бинго. Кстати, термин МД-бинго появился по аналогии с термином ТП-бинго, и я думаю, вы понимаете почему. Я сам не причисляю себя ни к какому направлению, но философия МИСП мне гораздо ближе. В отношениях с женщиной ты можешь делать все, что угодно, если ты сам этого хочешь и если это приносит тебе пользу. Причем сама по себе философия МИСП подразумевает отсутствие каких бы то ни было авторитетов, к чему мнению обязательно нужно прислушиваться, и на чье мнение постоянно ссылаются МДшники. Кстати, возможно, именно потому, что я не признаю их авторитетов, МДшники меня так и не взлюбили. Хотя при этом почему-то в комментариях меня постоянно кто-то пытается причислить к МД.